память о героически погибшем земляке. Мемориальную доску кавалера Ордена Мужества Игорю Чепунову открыли накануне в Айбеческой школе, где учился офицер. Право открыть доску у него не по рангу. Роман Чепунов – отец старшего лейтенанта, кадрового офицера, погибшего в Чечне. В апреле 2002 года во время разведки в ущелье около аула Итум-Калим группа наших пограничников обнаружила банду. Игорь Чепунов решил лично разобраться в боевой обстановке. Оставил своих подчиненных, подполз к пещере и бросил гранату. Понял, что его не миновать в гибели. И решил отомстить. Бросил мощнейшую гранату и бросил туда блиндаж. Или бандиты укрывались. Раздался мощный взрыв. Гранаты, снарядов. Началась детонация. И его, сына моего, отбросило с утеса 80 метров вниз. Он полетел, как бабочка. Два дня искали, чтобы найти его тело. Потом разыскали, пронесли, выставили часть. Вот так он геройский выполнил свой офицерский долг. После торжественного мероприятия открыли соревнования по мини-футболу. Теперь его планируют проводить ежегодно и собирать команды со всего Ибрисинского района на турнир памяти кавалера Ордена Мужества, старшего лейтенанта пограничной службы ФСБ России Чепунова Игоря Романовича.